3D-принтеров. 3D-принтеры все по FDM технологии печатают наплавлением из термопластика. Это пластик, который расплавляется. Ну, принцип такой. Поступает сюда пластик в экструдер, экструдер полтент разогревает пластик. Дальше из сопла вытекает ниточка тоненькая, и, соответственно, экструдер перемещается, наплавляет один слой, далее стол опускается, он сейчас опущен вниз, опускается второй слой и так далее. Мы можем, по сути, сделать любое изделие. Ну, вот, наподобие вот таких вот изделий, это все можно сделать с помощью этой технологии. Один из больших плюсов – это стоимость. Вот такая вот нитка, катушка стоит от 600 рублей, если наших ребят брать, до там, 2000 рублей. Если специализированные пластики есть, с добавлением там, антиперена, чтобы он более менее возгораемый был и так далее. Вот. Есть гибкие пластики, есть светящиеся, есть с добавлением всякой медной стружки, чтобы у него теплопроводные свойства были больше, и он был похож на там, статуэтку и так далее. Но вот мы занимаемся, пытаемся эту технологию ее применить в каких-то экспериментах. То есть мы пытаемся поставить эксперименты. Вот, например, один из экспериментов, который мы делаем.